приятно снова оказаться в Кирове. Мы вас любим, мы у вас часто бываем. Надеемся, мы вам еще не надоели. Очень хорошо. Сегодня у нас концерт особенный. Ну, во-первых, мы открываем наш осенний концертный сезон, в принципе. Вот, споем сегодня для вас и песни Агаты Кристи, и кое-что новенькое, неизданное. И еще у нас сегодня особенный день, потому что у нас сегодня мы представляем вам наш новый состав. У нас добавился еще один музыкант, это Игорь Нестерович, вот он. То есть у нас теперь все по очереди. Игорь Нестерович, Володь Николаев, гитарист, Андрей Каплев, клавиши, Саша Радченко, гитара, и Роман Баранюк. Так что вот сегодня мы у вас в расширенном составе, в котором мы планируем продолжать и дальше работать. Ну, поехали. Yeah.
слышишь запах ее. Кто-то незнакомый нам решил помешать. Прийти лишние заглянул под кровать. И все вместе, и снова ветер. Вечер настольный. Холодный свет, ночью луна, потаённая война.
черви, куча дерьма. Тоска без начала, тоска без конца. И не влюбляйся вдруг посудимого судьи, и влюбляешься ты, а другого жена. И влюбляйся в кошки, влюбляйся в мышки, и влюбляйся в черви, кучу дерьма. Пошел хмельных идей, пришла мечта о ней.
карта книг стекло. Вечная любовь, чистая мечта, нетронутая тишина, нетронутая мечта, розовые сопли.
треском толстой крышной. Я искал тебя, где ты был, мой мир безутешен. Я ломал его стены, истребляя надежды, ополоскивал кровью золотые одежды. Одиноко и слепо умирал без любимой. Мне казалось, что небо обо мне позабыло. Позови меня, небо, удиви меня правдой. Я, конечно, не первый. Я буду классным, когда взорву ваш магазин таким опасным и как Навальный заводным. Интересом, революции, интересом, революции. На эти крови, на коли синие пусты, давайте выпьем за обаяние борьбы, за идеалы. Мы ковали на огне за ваших дочек, которых я возьму себе. Интересно, революция.
мне уже небо, мне уже небо. И на ковре в порту. Да!
Пьяные смотрят вниз.
В этом зале, потому что без вас это не имело бы никакого смысла. Спасибо, друзья. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле, каждый колосок. Речь, небо, луна. Это все мое, родное. Никогда, никогда, никогда с тобою буду.
Спасибо. Thank you.
Или на что? Thank you.
Сергеевич! Спасибо, красавицы, пацаны, берегите! А то из Москвы приедем. Спасибо. Спасибо. Такие моменты очень важны. Я вам желаю, чтобы мы сейчас почувствовали себя одним организмом, потому что мы он и есть. В этом зале, в этом городе, в этой России, на этой планете мы один организм человечества. Мы такие тупые. Я вам всем желаю, чтобы мы просветлели. Чтобы мы не поняли, что каждый из нас – клетка одного тела. Какой смысл нам друг друга мочить? Правильно? Помните об этом, друзья. Помните об этом. Просто когда проснетесь, вот еще, знаете, там всякая хрень в голову лезет. Я вам советую, сделайте один вдох и выдох. Это называется осознанное дыхание. Вот мы завтра с утра пообщаемся на тему, да, землякам из Азбеста. Землякам из Азбеста в красном! Вы знаете, каждый из нас здесь в зале связан еще с 2 миллиардами человек. Генетически. Это доказано. Мы на самом деле намного ближе друг к другу, чем нам кажется. Поэтому я всем нам желаю жить, как птицы в стае, как рыбы в косяке, когда их тысячи, и они все одновременно двигаются, потому что они друг друга чувствуют. Не так, как люди, бараны тупые. Жрать хочу, трахаться хочу, денег хочу. А мне кажется, счастья хочу. Себе, тебе, вам тоже. Разве не для этого жить, правда? Будьте счастливы! Будьте счастливы, человеки! Пока!